Всем доброе утро, вернее уже обед или как-то добрый день, потому что уже поздно закончили я сегодня закончила поздно. Женщина одна пришла, моя, она постоянная клиентка, уже почти перед закрытием. Ой, я хочу голову покрасить, уже здрасте приехали, а вчера раньше не пришла. Ой, мне там некогда, ничего страшного, знаете, такая смешная. А что тебе, ничего страшного, подождешь? Я говорю, здрасте. У меня вот там дела. У меня дела, у нее дела, а у меня их нету. Нет, так она еще перед закрытием, а еще она сказала, через полчаса приду. Я говорю, здрасте, приехали. Гляжу, бежит такая. Ой, все. Ну, пришлось все равно попозже закрыться. Ой, такие вот дела. Идем домой. Сегодня у нас так холодно. Чарли, Бен. Кевин и Коч. Веники. Прям все жалуются, холодно, замерзли все. Говорят, это Кевин и Коч. Машина прям, автобус куда приезжает, и за ним вот такая вот очередь машин. Тут автобус такой маленький, как фургон, как у нас, знаете, маршрутка в России. Такие вот тут автобусы, но они же сюда не пролезут, здесь улицы узкие. Куда пошел? И вот такая вот маршрутка ездит для бабушек. Так, ладно, пойду я в машину сяду, они все равно не двигаются. Пенте. Чарли, вень. Кстати, клиентка приходила вот из этого дома разрушенного. Она сейчас переезжает. Вень, сувы. И поэтому вся в делах. Бабушка уже старая, представляете, сколько ей лет-то? Лет около 80, и дом развалился. Прикиньте, какая невезуха. Ну как, от влажности, от всего так развалился. Но это был не ее, она, оказывается, его снимала всю жизнь. Естественно, там ничего не делала, никакие застройки, никакие. Смотрите, какая у нас Сьерра-Невада. Поэтому и холодно. В Гранаде снег валит, видите? Снега сколько. Ладно, поехала домой, я кушать хочу. Ужасно. Хорошо, что хоть еда у меня готова. У меня еще вчерашние макарончики остались. А-ля азиатские. Вот. И салатик сделаю. Блин, еще что ли едет. И вот такая будет у меня вкусняшка. Все здороваются, даже не знаю кто. Время 17:05. Мы уже давно полежали, отдохнули. И вспомнила я, что у меня есть молоко. Как оно называется-то, господи? Ванильное. Соевое молоко ванильное. Кстати, очень вкусное, вы знаете, из кофе вообще. Мне очень понравилось. Для каши не очень, а вот для кофе вот такая штука. И сейчас сделаю себе смузи. Из клубники и соевого ванильного молока. Вот у меня есть агрегат для смузи. Так что поехали. Это такая вкуснятина. Даже сахар не нужен, представляете? Попью коктейльчик, смузи и пойдем гулять с Чарли. Правда, у нас ужасный ветер и холодно. Ничего, мы оденемся потеплее. Соседский собака. Что-то сильно плачет и зовет. Чучи. Я ему сейчас чучи дам немножко. Может, тут кто-нибудь повеселее. Это вообще, смотрите, солнышко светит. Ветер, ураган, пипец, холодно. О, уже на страже. На. Ешь. На. Еще. Вон он.
О, нашел? Молодец. Все, больше нету. Больше не будешь реветь? Все. Холодно какой, ветер едет. Ветер какой. Ай. Что ты тут прыгаешь? Что ты тут прыгаешь? Пойдем домой. Тут холодно. Что ты тут прыгаешь? Что ты прыгаешь? Ой, ну давай, пошли, пошли. Мама, о, баха. Может быть, знаете, хозяин у него дома и не хочет его домой пускать. Вот тот тут и ревет. Жалко его, так жалко собачку. Собачку жалко. Ой. Ветрище, погода, конечно, на четверг 20 градусов передает. Фиг поймешь, зима это или что. Такой дубак, это пипец какой-то, уши мерзнут, и вот эту одела штуку на уши, тут уж не до красоты, не до какой, какая красота, когда уши мерзнут, поэтому вот такая я красивая иду, гуляю, ветер ледяной, вообще, как может быть в четверг 20 градусов передают, посмотрим, пока мерзну, и все идут вот так вот с красными носами. А я жиры растрясать вышла. Быстрым шагом. Может, пробегу сейчас немножечко тоже. Посмотрим по настроению. Где там этот? Вон сзади где-то идет. Тут вот между теплицами как-то не так ветеран. Прям выйдешь в открытую местность, там вообще дубак дубаком. Остыли реки, и земля остыла. И чуть накренились дома. В этом городе тепло и сыро, в этом городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима. Надо в Сьерра-Неваду планировать уже, в горы. Снега, гляжу, на выпадало, хотя еще бы пару даже дождичков не помешало бы, чтобы уж прям наверняка, знаете. То Чарли мой вообще даже снега не видел за столько лет. Что-то давно, правда, мы не ездили в горы на снег. На санках покататься. Ой, надо спланировать. А пока все по прямой. Все как и должно быть. Гуляем. Хочу на завтрак сварить себе пшенную кашу. Варить буду в мультиварке. Вы знаете, мне для каш нужно купить вот такой вот, как он, кастрюльку, вот такой ковшик. Потому что к этим молоко очень сильно пригорает. И потом ее, то есть для манной каши оно годится, даже пригорает все равно. Но манная каша, она быстро варится. А для других каш он там пригорит все и вообще... В общем, не годится для супов, для каких-то. Я сейчас воду поставила только, чтобы отварить вот эту капусту кали. Кали, видите, мытые. И завтра сделаю себе на... Сейчас буквально 5 минут ее отварю и сделаю себе омлет с этой капустой. И грудинку отварю, куриную. Кстати, ее можно было бы отварить, но она у меня замороженная. Поэтому вот, я здесь сварю себе кашку молочную на завтрак. Мультиварка испанская, поэтому надо подумать, на какой этой. Блин, не помню, соль кидала, не кидала. Нет, по-моему, я кидала вот сюда только. Так. На какую же нам тут нажать кнопочку? Например, постресс.
Еще никуда не дену. А. Или папиес. Скорее всего, папиес. Папиес — это такие детские еда. Наверное, папиес. Детская еда, типа пюрешек таких вот. 45 минут, думаю, достаточно. Вот. Конечно, русская была удобна в плане каш. И, но здесь рисовая каша очень хорошо варится, например, арос редондо, круглый рис. Очень тоже вот такие каши получаются. А если пшенная, то она, знаете, переваривается вся. И, в общем-то, такая получается каша. А я люблю более плотные такие крупинки, скажем так. Потом все это овощи варятся, и ничего там от них не останется. Как это все сделать? Потому что она мне уже портится будет. Я не знаю, конечно, будет ли есть муж такой. Ну, скажу ему, что это шпинат. А из шпината он ест такой омлет. Типа тортилья. Тортилья, испанская тортилья. Есть де патата картофельная, а это будет у меня такая из этой капусты. Так вот ее топим, видите, она прям немножечко ее сейчас отварю, а завтра просто добавлю яйца, и будет у меня вот так вот, пожалуйста. Она была так много, такая позеленела, правда, странно. Была какая-то не такая. Пахнет, конечно, не очень. Ну, прям будет мягче и все, чтобы тоже не каша была. Говорят, очень полезная эта капуста. Скажите, вы едите такую капусту или нет? Вы вообще знакомы с этой капустой кали? Она какая-то вот, я ее, знаете, года два назад даже не знала, что это такое. В супе нормально, мне нравится даже. Что-то я так замерзла. Я так замерзла, скажешь, обогреть. Дверь закрыла. Ветер, блин, такой, что я не знаю, откуда сквозняк идет, что шторки... Шторка эта моя стоит дыбом, поэтому Чарли так... Ну, с Чарли мы буквально час назад пришли домой, поэтому в туалет он еще не хочет. Он у меня столько воды хлещет, что он не выдерживает. Потом много времени, например, всю ночь без туалета он не выдерживает. Вот, и поэтому он ходит наверх сейчас. И, ну, перед сном его отведу, а утром муж его сводит. И как маленького мальчика в туалет. А потом просто шлангом и хлорочкой отмываю все. И все замечательно. Но это не каждый день. В общем, вам интересно про туалет? Ну, это такое тоже бывает. А что делать? Он как пришел. Откуда ты знаешь, что я про тебя разговариваю? Я нифига не про тебя. У него вкусняшки его закончились, чучи. Вот надо в Меркадону ехать покупать. Вот, уже сел. На своем месте. Это мне сейчас надо грудинку достать. Знаете, я сейчас сидела в Ютубе, и там... И одну блогершу смотрела, там тоже каши. Думаю, блин, пойду сварю, а то забуду нафиг про каши. Слышите, какую ветряну? Я все переживаю, крыша моя улетит. Нет, пока держится. Пипец, я вся замерзла так, пока сегодня с Чарли ходила. Вообще ужас. Пришла такая домой, еле-еле. Нос красный, щеки красные. Щеки, по-моему, по сейчас красные. Так, что у нас? Все, не все. Бурчит, бурлит. Чего ты? Ты что, жрать будешь? Нет, он гавкать пошел на соседа. Вообще, он у меня ест очень редко свою еду. Поэтому удивительно. И то, когда я здесь. Он ест только, когда я на кухне. Блин, ну все, не все, что-то я не пойму. Знаете, там вот тут такие стебли есть, такие вот большие. Я боюсь, что они не сварятся и будут хрустеть. Например, даже можно и выбросить отсюда. Здесь совершенно не нужно. Да? Зачем нам такой толстый стебель? Вообще очень удобно покупать такие овощи, которые уже мытые. Мне кажется, все хватит. Или это не кажется? Будем проверенным способом. Похрустывает немного.
и не соленая. Соли надо добавить. Похрустывали. Потому что в яйцах она что там буквально 2 минуты и все, и готово. Пахнет как будто и траву какую-то варю. Но оно и так и есть на самом деле трава. И снится нам не рокот космодрома, не эта голубая синева. Вы знаете, я всегда пою. Я девушка, которая поет. Вот я вижу, что вижу, то и пою. Такая вот я. А я такая красивая сегодня. Вот почти еда у меня на завтра готова. Сейчас грудку надо достать. И кашка на завтрак. А тут надоели все эти, знаете, кофе с тостом. Хочется каш. Вообще человек кашный. Люблю каш. Вот такие вот у нас планы на вечер. Нет, планы на вечер. У меня сегодня банный день и масочки на все части тела. Вот так. Что бы сожрать? Что бы сожрать? Мандаринку, наверное, сейчас съем. Мандариночку сейчас съем. За ваше здоровье. Сварилась моя каша. Причем за 20 минут. Поэтому я сейчас пришла, говорю, сейчас надо открыть и посмотреть. Но она сейчас, закрою ее, чтобы она, скажем так, настоялась и была еще вкуснее. Так что завтра на утро у меня каша пшенная. Вы любите кашу? Я обожаю. Дом на мультиварке, раз-раз, и все сварилось. Достала курочку, грудинку. Хотела, знаете, мысль была либо рыбу, либо грудинку куриную. И осталась на грудинке. В общем, всего вам самого наилучшего. Буду с вами прощаться до завтра. Пойду сейчас в душ. Чай сделать себе. Рейбуш шоколадный. Попью. Когда из душа выйду, чтобы было тепло, хорошо и уютно. Чего и вам желаю. Всего вам самого наилучшего. До завтра. Всем пока-пока.